Добро пожаловать на рассвет пробуждения. Я ваш ведущий Гермес Фалькао-младший. Сегодня я приготовил для вас проповедь, которую я проповедовал в Бразилии. Я знаю, что она станет для вас благословением. Вы не захотите пропустить эту программу, я буду проповедовать о великой славе Нового Завета. Если вас впечатляет история Моисея, Илии, Давида, Елисея, пророка Исаии, Иеремии и других мужьях и женах Божьих из Ветхого Завета, Библия говорит, что мы живем в лучшем завете, с лучшими обещаниями. Эта проповедь обязательно затронет вас. На служении была прекрасная атмосфера. Люди спасались, исцелялись, наполнялись Духом Святым. Помню, как на одном собрании молодой человек, который не был христианином, принял Господа. Он вышел вперед, чтобы принять Христа, хотя никто не делал призыва к покаянию. Это был сильный момент, когда слава Божья наполнила все это место. Эта проповедь точно укрепит вашу веру. Не пропустите ее и досмотрите до конца, потому что в конце я буду молиться за вас. Поэтому обязательно посмотрите эту проповедь. То же помазание, которое было в Бразилии, коснется вас прямо дома. Люди получили свободу, спасение, крещение Святым Духом и слушали проповедь Евангелия. Совсем недавно я получил письмо от женщины, которая была исцелена от серьезной травмы спины, которая привела к грыже диска. Я уже читал ее письмо в одном из выпусков. Оно очень сильно укрепило мою веру. Ее операция была отменена. Отменена физиотерапия. Она была благословенна и все еще радуется этому. Давайте перейдем к проповеди о великой славе. А когда мы вернемся, я буду молиться о том, чтобы Бог проявил свою силу и помазание в вашей жизни, и чтобы вы исцелились и исполнились Святого Духа, а также чтобы в вашей жизни появилась Его любовь и помазание. Каждый раз, когда мы проповедуем это послание, мы ожидаем, что Бог будет делать это снова и снова. Он будет делать, что у него получается лучше всего. Давайте сейчас перейдем к проповеди. Кому из вас нравятся истории из Ветхого Завета? Пророки в то время были просто безумцами. Илия, Елисей, Исаия и даже царь Давид, который тоже был пророком. Авраам. В Ветхом Завете так много прекрасных историй. Мы смотрим на эти истории и думаем: вот это да! Удивительно! Прекрасно! Но что Павел говорит здесь? Он говорит церкви. Он говорит вам. Он говорит мне, что мы находимся под Новым Заветом. Не под Заветом Моисея, но под Новым Заветом, введенным в действие Иисусом Христом. Это завет Духа. Знаете, что он говорит? Этот завет, в котором мы живем, более славный и сильный, чем завет Моисея. Кто из вас помнит тот случай, когда Моисей был на горе? Много ли таких людей? А он ведь общался лицом к лицу с Богом. Затем он спустился. Каким было его лицо? Ну же, каким было его лицо?
Оно светилось. Настолько, что люди не могли смотреть ему в глаза. На Моисее было столько славы, что они не могли смотреть на него. И ему пришлось носить покрывало из-за славы на его лице. И Павел говорит церкви, Павел говорит вам, что наш завет, наша это в Господе, имеет в себе больше силы. Слава, которая на нас сейчас, более сильна, чем слава, которая была в Моисее. Это не мои слова, так говорит Библия. Я понял, что если я буду проповедовать мое личное мнение, то это не имеет значения. Но если я проповедую Слово, то вы будете его принимать. Но если это лишь мое мнение, то просто забудьте о нем. Но если это Библия, если это Слово, держитесь его. 9 стих. Ибо если служение осуждения было славно, то настолько же более славно служение оправдания перед Богом. Более славно. Скажите, более славно. Настолько же более славно. Библия говорит, что у нас не просто больше славы. Аллилуйя! Когда происходят те же вещи, что происходили сегодня утром с пастором, он отключился. И некоторые люди были обеспокоены. Что же нам с ним делать? Оставьте его там. Он в хороших руках. Дух Святой знает, что он делает. Я видел людей, которые принимали славу. И они отключались на 3 дня. Однажды я был в Рио-де-Жанейро. И Дух Святой так сильно коснулся молодых людей славой Божьей, что в час ночи они еще лежали на полу. Родители подходили и спрашивали меня, что нам делать с нашими детьми. Вы положили их на пол. Нет, это был не я. Это был не я. А Дух Святой. И они не знали. И они не знали, как на это реагировать. Что же нам делать? Кто из вас понимает, что Бог хочет делать что-то необычное в это время? Библия говорит, что Он хочет показывать чудеса на земле. А слово «чудеса» — от греческого слова «керос», что означает «нечто странное для взгляда». Аллилуйя! Это не обычное воскресное собрание.
Вы пришли сюда, чтобы встретиться со славой Божьей. И Бог будет делать чудеса. А значит, это будут вещи, которые будет странно видеть. После того, как я был в Рио-де-Жанейро, пастор позвонил мне и сказал: «Молодые люди в нашей церкви так изменились, некоторые из них пришли в себя». И безудержно смеялись. Что это такое? Что с ними сделалось? Я ничего не делал. Затем он сказал: «Теперь эти молодые люди молятся часами. Они просят ключи из церкви, потому что хотят проводить молитвенные собрания в церкви. И так они жаждут Бога. Они отказались от всего ради Бога». Вы видите, некоторые люди сомневаются в проявлении. Они говорят: «Как Бог может заставить нас смеяться?» А почему? Вы думаете, он в депрессии? Если вам не нравится радость, то на небе вам будет сложно. Небеса — это не грустное место. А еще у меня для вас новость. Дух Святой тоже не печальный дух. О Библии сказано, что Иисус был показан елеем радости. Так говорит Библия. Я люблю радость Господа. Я очень люблю, когда проявляется радость Господня, потому что в ней есть исцеление, освобождение и слава. Давайте продолжим читать. Кто из вас спешит куда-то? Кому-то нужно завтра на работу? А? А на учебу кому-то нужно завтра? Хорошо. Десятый стих. «Потому что то, что исполнено было славы в том случае, затмевается славой нового служения». Одиннадцатый стих. «Ибо если то служение, которому суждено затмение, славно, то это неприходящее служение еще более славно. Слово Божье говорит, что слава, которая была у Моисея, была временной, а слава, которую мы имеем, слава, которую Иисус сказал, слава, которую ты дал мне, я даю им. Эта слава не временная. Эта слава вечная, и она пребывает вовек. Именно эта слава находится в вас и в нас. Внутри вас. Разве Библия не говорит, что мы храм Святого Духа?
что Он обитает в вас. Если внутри нас обитает Дух Святой, то внутри нас много славы. И нам нужно поддаваться этой славе, что внутри нас. Именно поэтому Иисус сказал: «У тех, кто верят в Меня, из живота потекут реки живой воды». Кто из вас помнит, как вчера, не во время проповеди, во время служения, я упоминал о том, что в книге Езекииля 47 говорится о реке, которая течет от престола Божьего. Эта река несет в себе жизнь Божью. И везде, где эта река течет, она приносит жизнь, восстановление и исцеление. Хочу сказать, что в этом завете эта река перенеслась. И сейчас эта река из книги находится внутри вас. Дух Святой обитает внутри вас. И Иисус сказал, что из вашего живота, прямо отсюда, прикоснитесь к своему животу. В вашем животе много славы. У кого-то больше славы. У кого-то больше славы. Большая река. Но эта река хочет течь в вас и из вас. Я заметил, когда я проповедую со славой Божьей, все становится проще. Исцеление и чудеса приходят проще. Я научился сотрудничать с Духом Святым. Я не работаю на Бога. Пастор, что это значит? Мы думали, ты работаешь на Бога. Я не работаю на Бога. Я работаю вместе с Богом. Он ведет, а я следую за Ним. Когда вы находитесь среди славы Божьей, все, что вам нужно, поддаться этой славе. Как же поддаться славе? Нужно отпустить свои предвзятые идеи о том, как будет Бог двигаться, и сильно жаждать Его прикосновения. Господь, меня не волнует, что обо мне подумают люди. Меня не волнует, буду ли я лежать на полу 7 часов подряд. Лежать так, будто бы я умер. Я хочу Твоей славы больше всего на свете. Я хочу Твоей славы больше, чем моей репутации.
Я хочу Твоей славы больше, чем служение. Я хочу Твоей славы больше, чем работать на Тебя. Больше, чем проповеди. Я совсем не пренебрегаю проповедями. Я люблю проповедовать. Слава Господу! Надеюсь, это сильное послание благословило вас. Если вы будете жаждать силы и славы Божьей, Он придет к вам, где бы вы ни были. Я помолюсь о том, чтобы та же слава Божья, что была в Бразилии, коснулась вашей жизни и вашей семьи. Нам нужен шалом Божий в наших домах и семьях. Многие люди мечтают о Божьем прикосновении, и оно доступно всем, кто верит. Как я уже говорил, в Бразилии Божья слава доступна верующим сегодня. И вы имеете прямой доступ к этой славе круглые сутки. Ничто не может помешать вам войти в эту славу и силу Божью. Когда Иисус умер и пролил свою кровь, завеса в храме разорвалась, и доступ был открыт. Теперь люди могут входить в святая святых. Этот доступ открыт для нас, и это лишь вопрос веры. Вы можете войти туда благодаря вере в Его имя. Я хочу помолиться за вас. Если вы больны, то я хочу, чтобы вы верили в исцеление. Если вы чувствуете угнетение в любой сфере вашей жизни, то я провозглашаю свободу. Если вы нуждаетесь в прикосновении Бога, то войдите в Его присутствие верой и присоединяйтесь ко мне в молитве. Давайте молиться. Отец, во имя Иисуса я приношу Тебе наших зрителей. Я молюсь за каждого, кто желает почувствовать Твое прикосновение и Твою силу. Дай им пережить прикосновение небес. Прикоснись к каждой жаждущей душе, каждому жаждущему сердцу. Во имя Иисуса, принеси свою славу в их дома, принеси свою славу в их жизни и служении. Благослови каждую церковь, каждого пастора, каждый дом, каждый бизнес. Отец, мы благословляем все семьи, все семейные пары, что смотрят нас сейчас. Благослови их своим живым присутствием. Я также молюсь о том, чтобы славная сила Святого Духа наполняла каждый дом. Исцеляй больных. Если кто-то из наших зрителей страдает от болезни или немощи, то я провозглашаю чудеса в их телах. Во имя Иисуса. Я приказываю боли и духу немощи покинуть вас прямо сейчас во имя Иисуса. Я высвобождаю помазание и исцеление в атмосферу каждого дома. Я молюсь, чтобы то, что Иисус сделал на кресте 2000 лет назад, пролил свою кровь, принесло людям исцеление прямо сейчас. Господь, разрушь силы зла в разумах и телах людей. Я помолюсь о том, чтобы в их жизни пришло Царство Божие. Отец, благослови их и подготовь их. Я также молюсь за тех, кто сражается с зависимостью. Разрушь узы зависимости. Разрушь узы алкоголизма и наркомании. Умственные расстройства, депрессия. Я приказываю всем проблемам и узам разрушиться прямо сейчас во имя Иисуса. Пусть слава Божья войдет в ваши дома. Все узы демонического рабства разрушены во имя Иисуса. Я высвобождаю Твою силу, славу и помазание во имя Иисуса. Просто принимайте, где бы вы ни были, принимайте Бога, принимайте прикосновение Святого Духа. Принимайте огонь Святого Духа. Если вы еще не знаете Иисуса как своего личного Господа и Спасителя, то я предлагаю вам помолиться со мной прямо сейчас. Просто попросите Его войти в ваше сердце и спасти вас.
Скажите: «Иисус, спасибо за то, что умер на кресте за мои грехи. Сегодня я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя. Спасибо за то, что воскрес на третий день. Прими меня, прости меня, очисти меня во имя Иисуса. Аминь». Если вы только что произнесли эту молитву, то я приветствую вас в семье Божьей. Обязательно свяжитесь с нами. Напишите нам, если вам нужна молитва. И напишите нам. Мы молимся за вас каждую неделю. Мы действительно верим в силу молитвы. Поэтому присылайте свои письма на этот адрес. Мы с удовольствием будем молиться за вас и служить вам всеми возможными способами. Иисус хочет наполнить вас Своим Святым Духом и наполнить вашу жизнь Своей радостью. Не забудьте следить за нами в социальных сетях. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там вы можете смотреть наши программы и другой контент. Надеюсь, это благословит вас. Вы также можете слушать наш подкаст. Каждую неделю вы можете быть на связи с нами на YouTube, по телевизору и в подкастах. Оставайтесь с нами. Не пропустите следующую программу. Вы можете следить за нами везде, где вам удобно. Оставайтесь с нами. Мы вас очень любим. И до встречи в новой программе. Божьих благословений и до новых встреч!